Мячиком как-то я смотрела. Блин. А я не видела. Причем, когда отмотаете, посмотрите. Если я засняла это. Я куда-то смотрела, я не помню, куда я смотрела. Пропускаю, когда вот с ним что-то случается, я куда-то в другую сторону. Это, наверное, получше. Возможно. Давай! Нет! Почему? Thank you.
Скорнули, получается, да. Два близнеца. Я сняла это, блин, хоть. Играй, да? Да. Ну, то следовало ожидать, что забегают. Thank you.
давай. Ну что ты в своих ногах? Нельзя, нельзя. Молодец. Что случилось? Что-то лежит. Братишка, команда может уже. Ой, я это не сняла. Мяч прям вообще. Наверное.
осталось точнее. Thank you.
желтая. Пятый пол. Да. Вы не забьете никогда. Нельзя, 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 нельзя. Потом пенальти будет. Если у нас 6-5 полов, если у нас 6-6, она вот это будет? Да. Ну, пенальти еще будет. Или как он там, 27-метровый? Что там было? Что там было? Не видела. Пахнуло, что ли? Я что-то не видела. Время идет. Нельзя, нельзя, нельзя. Ох, ничего себе, он там скатился. Стоим еще долго заработать, и мы забьем тогда. Хороший план. Давай. Далеко. Капец, как это страшно все. Что такое? Тайм-аут? Специально забить пол. Те взяли? Что они там? На наш, на наш. Ну. Тебе надо так же, это читатив, знаешь. Сидеть на стуле вот так вот. Или да, Италия. Что, тебе взяли тайм-аут? Тебе взяли тайм-аут? И что-то не обсуждают особо. А наши, наоборот. Просто полная насыка. Ну. Полтора минуты играть, я не буду. Ну, шестого сейчас выпустят. Ой, пятого. Четвером, конечно, тяжко, да, играть? Да нет, все так же остались. Никого никто не выпустил. О, молодцы. Что-то задумали, когда не получилось. Я уже хочу кинуть. Ну вот ничья. Что сейчас будет? По пенальти или таймы, или что? Желтую кому-то, да. И другому желтую.
По-моему, синему дали. 5 фолов. Ну, синему, значит, дали. И наши пробивают. Борьба. Давай, забирай, забирай. Все, ничья.